Кстати, фанаты корейской группы BTS просят нас сравнить песню своих любимцев под названием 21st Century Girls с песней «Хавчик». Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Пилим словно Netflix прямо на квартире. Что ж, спросили, пожалуйста. Вот вступление к треку Тимати, Джигана и Дани Милохина. А вот вступление к треку кей-поперов. И они сделали свою композицию заметно раньше, аж в 2016-м.